дня. Сегодня мы решили приготовить салат. У нас дома выросло немного баклажанов синеньких. Ну, я еще немножко подкупила. Это где-то у меня 1,5 килограмма баклажана, 700 грамм лука вот у меня, где-то тоже 600 грамм морковки. Это то, что у меня дома было. Лавровый лист, перец мне понадобится, соль, перец, головка чеснока большая, масло и немного уксуса. Ну, это я сейчас все мелко порежу. Одна только, это постараюсь нарезать хорошо баклажаны и сделать на корейской, такая у меня терочка, морковку натереть именно на корейской такой, чтобы она была как корейская морковка, чтобы она была красивая. И это все я перетушиваю и потом по баночкам стерилизую на зиму. И получается очень вкусно. Я режу вот так баклажаны, не всегда со шкуркой. Вот чем мне нравятся баклажаны, это мне еще с Италии научили. Вот так я нарезаю, мне немножко этой рукой сложно. Так нарезаю баклажаны. Я еще раз хочу повториться, почему мне нравятся вообще баклажаны. Вот как я все-таки, мы раньше как-то ели их. И даже, может быть, потому что мы жарили там чем-то, может, не понимали даже такого вкуса. А просто если его действительно не варить, там не обвалить, как наши многие делают, чтобы сделать там икру, салат, все. А именно самой шкоркой, вот этой кожицы, когда вы просто его нарежете на мелкое, поджарите, и посолите, поперчите, все, больше никаких нет. Вы чувствуете самый вкус этого баклажана, какой он будет горький, какой у него есть вкус. То же самое и кабачок. Значит так, сейчас я это порежу вот так все. А папа мне поможет на корейской морковке, потому что я со своей руки. Так, я режу вот так баклажаны. Когда я закончу резать синенькие баклажаны, я их потом обжарю, возьму где-то стакан подсолнечного масла. И это все хорошо пережарю, потому что это будет все, сначала будет жариться баклажаны, потом я добавляю туда морковку. Стакан масла подсолнечного. И я высыпаю вот это нарезанные мои баклажаны вот так. Сейчас они немножко утушатся, я, наверное, возьму еще и вторую. У меня больших кастрюль нету. Вот это самые большие у меня две кастрюльки. Так. Затем мы берем другую кастрюлю. Вот то, что у меня осталось, я тоже беру где-то полстакана подсолнечного масла. Вот так. Выливаю и высыпаю. И это все тушится. Когда она немножко утушится, я это все посолю. Кабачки, говорю, синенькие. И сейчас я это все обжарю, выкладу отдельную посуду. И буду по очереди обжаривать морковку, обжаривать лучок и обжаривать еще помидоры. Я забыла сказать, что нам нужно еще помидоры. И это все буду перекладывать в одну большую посуду. Синенькие. Какие хорошие вышли. Вчера Светланка как сделала, была, мы почти... На одну баночку было, мы сразу съели. Я решила на зиму закрыть. Отлично. Дальше я тушу лук. Дальше мы тушим морковку. Вот так. Все поочередно. Так вот, я потушила лук, и это я все отправляю сюда. Пока тушится у нас морковка, мы сейчас нарежем помидоры и потушим помидоры. Помидоров где-то у меня килограммчик. Потушили морковочку, я тоже это все высыпаю сюда. Вот так.
Это я тоже перемешаю. Теперь мне осталось только помидоры. И потом в конце посолить, поперчить. Добавлю еще уксуса сюда. Перца черного. Немножечко лаврового листа. Это все по банкам. И будем стерилизовать минут 15. Тушим помидоры. И нарежу, я приготовила, пока тушатся помидоры. Я же взяла один зубочек чеснока. Я его порежу мелкими кусочками и добавлю все в конце. Дальше оттушенные помидоры я уже вот так высыпаю. Так же, как я нарезала чеснок, я взяла огромную головку чеснока и нарезала вот его. И это тоже все переношу сюда. Дальше. У меня зелени как таковой не было. Я беру мороженое, у меня свежее с огорода. Я заморозила в этом году его. Я вот так немного сверху зеленой петрушечки. Вот так. Даже зашиплю все. Это мы сейчас все перемешаем вот так. Надо посолить. Обязательно. Я добавлю перец. Такой горошковый чуть-чуть вот так добавлю. Добавлю немного лаврового листа. Вот так. Вот так. И вот так. И теперь солим, перчим по вкусу. И на это я буду солить по своему вкусу. Каждый человек по-своему. Так, я, наверное, еще больше посолю. И в самый конец, когда я это все посолю, попробую на вкус, я добавлю 50 грамм 9% уксуса. Перец я добавила уже. Перец я добавила в горошковый. Вот так. И сейчас я добавлю уксуса. Добавляю вот так уксуса. Я это все перемешиваю. Уже заранее у меня там 4 баночки литровые, я не знаю, сколько оно мне получится. Я это все перекладу и 15 минут я постерилизую. Вот у нас получилось 3 баночки, сейчас я их закрою. Мам, ты пробовала салат? Пробовала салат, тоже гарный. Тебе понравился, да? Сененький, да. О, смотри, я как раз я отсыпала, чтобы ты попробовала. И это и Андрей дала ложечку попробовать. Я уже ее не закрываю, ставлю в холодильник. И пару дней, если кто захочете, до картошечки поедите. Хороший. Хорош, тебе понравилось, да? Ну, слава богу, что понравилось. Тогда я сейчас эти 3 закрываю. И подождем, но зимой уже попробуем, что, как говорится, как бы то ни было, зима долгая и до картошки пойдет, да? Ну, зима придет. Да, все, подбери, правильно. Да. Светланка уже закрыла все баночки, молодец. А вот узики уже спят. Долечка их накормила и спят. Какая прелесть маленькая. А этот самый худенький, смотрите, куда залез. Как хомячок, какой он крупный. Чудик маленький. Консервации у нас все больше и больше встает. Светланка помалу уже понакручивает, на зиму будем иметь. И компоты, и помидоры, и огурчики, всякие разные салаты. Молодец, Светик. Сегодня еще купил Светланке сливки целый ящик, помидор. Еще закрутим помидорчики. Арбузов набрали. 3 штучки арбуза взяли. И морковку купили, потому что у нас морковка есть, а она какая-то маленькая, это больше морковочка. Кроликам корм купил. Полмешка. Еще пол ведра есть и полмешка корма им купил. Они этот корм хорошо кушают. Гранулок такой зеленый. Забыл вам показать, Коляня, когда приехал с моря, смотрите, какие привез ракушечки. Это ракушка пепельница. Но мне жалко ее брать на пепельницу, пускай она так будет. Это мне подарок привез. А это Светланке. Тоже такая ракушечка, она шумит.
прикладаешь к уху, и как будто море шумит. Тебе нравится слоная дорога? Красиво, красиво, правда? Ракушки. Я люблю ракушки, потому что вода – это моя стихия, море. Ну, потому что ты рыбка. Да. Ну, моя лучшая ракушка. Твоя лучшая? Да. Но она красивая, да. Очень красивая. Ну, а моя покрыта лаком, а у тебя не покрыта лаком. Или она покрыта? Ну, а Виля играться хочет. Ты тоже же рыбка, ему тоже нравится, Дашка. Вилечка тоже рыбка, да? Дашка, мне тоже нравится. Да, что ты психуешь? Смотри, няшек. Ого, Коляня, сколько я понакупливал. Попробуем. Что а Барсик скушал тушенку? Да, я тебе съел чуть-чуть. Ну, это Барсик. А что они больше едят? Вот это? Они как, типа, как вкусняшки едят. Это больше корм, где-нибудь может кашу съесть. Нет. Ну, такие не любят. Ты что, зажрался? Ты зажрался, да? Не хочет. Не говори мне, что ты зажрался. О, а эти он будет кушать. Мама. Я не думаю, что если он эти, он те, по-моему, будет. Он больше с курятиной. О, а ну Доля дай попробуй. Сейчас Доля, да. Уже Доля услышала, что вкусняшки. О, такой. Доля только зашурудешь пакет амисра. О. Ну, вот это Виля кушает. Да, Доля, ну? А Доля это кушает? Доля ест, да. Доля, да. А Вильчик? Кушай, Вильчик, бо Доля заберет. Да, сейчас Доля заберет. Да. Доля, это вот тебе нравится? Подожди, она еще то не съела. Да? А мама тебе поставит кусочек. Ты же не дед старый, чтобы я тебя пережевывала. Ну, Доля ест все подряд. Ты же не дед старый, чтобы я тебя пережевывала. Молодец, Доленька. На. Попробуй, на. Вот он любит, чтобы ему раз это и раскусили, он тогда будет есть. А, мелкими? Да. Все, Доля. А ты сейчас подумаешь, пока Доля все съест. Доля! Доля, на. Ого, Виля пока подумает, она точно все съест. Ну. Вот эти, может, мне тоже нравятся. Виля так кушает, как дедушка старенький, по-моему. А он всегда что-то не пережевывает. Сейчас мама еще достала ваши снежки, то что вы любите. И все, мама идет отдыхать, бо мама сейчас осталась. И сколько? Еще буквально часик, и нам надо ехать. Все, Вилька уже убежал. Да, Виля взял, и Доля тоже. Погремяли и пошли. Все, сразу каждый на свое место ползал. Долька налево, Вилька прямо. Вот артисты. Форму им там дали. Они ужасно не едят все в перемешку. Они могут один день и каши гречневой наесть, и кускуса, и корма потом заесть. Они не то, что не из сутова на корме, они вообще-то едят все у меня. Но иногда бывают такие моменты, я ему сейчас только даю то, что в рай сковала роялку. Давай, чтобы они забыли, как сегодня жарко, и все мокрое. Сегодня фрукты, яблоки, арбузы, бананы. Будем принимать витамины.